Здравствуйте, меня зовут Александр, и мы с вами находимся на канале биогенного минерала Синтезит. Недавно мы отправили пару баночек Синтезита одному блогеру, который рассматривает кровь под микроскопом и проверяет воздействие различных веществ на ее характеристики. А сегодня мы посмотрим, как изменится внешнее состояние моей крови после употребления препарата под названием Синтезит железа, который мне прислали на проверку. Он получил очень интересные результаты. Давайте посмотрим. Сначала он выпил всего лишь одну капсулу синтезита и через час проверил, как на это отреагировала его кровь. Прошел один час. Видим, картина крови лишь слегка улучшилась. Цепочки немного поукорачивались и стали появляться раздельные экземпляры эритроцитов. Текучесть также немного улучшилась. На следующий день он решил попробовать выпить 4 капсулы синтезита сразу. Сейчас мы видим, как выглядит его кровь до приема синтезита. Это также утренняя моя кровь. Выглядит она не очень хорошо. Огромные комки слипшихся эритроцитов. Текучесть плохая. Посмотрите, какие получились феноменальные результаты, причем достаточно быстрые. Картина крови хорошо улучшилась. Комки поразлеплялись, и почти все эритроциты стали раздельными. Текучесть? Да, такая мне больше нравится. В общем, необычный сегодня у нас эксперимент получился. Естественно, даже разовое принятие 1 или 4 капсул синтезита способно существенно повлиять на состояние организма. Конечно же, для закрепления эффекта нужен достаточно длительный прием. Требуется пропить хотя бы полностью одну банку. Но те показатели, которые мы видим на этом видео, слипаемость эритроцитов, текучесть крови. Обращаю ваше внимание, что густая вязкая кровь – это серьезный сигнал организма о проблемах в здоровье. При ее сгущении замедляется капиллярный кровоток. Как следствие, происходят застойные явления, кислородное голодание в тканях, страдают все системы и органы, сердцу и мозгу приходится работать в авральном режиме. Также очень высок риск тромбообразования, инсультов и инфарктов. Ни одно средство не способно так быстро, а главное безопасно разряжать кровь, как это может делать синтезит. Текучесть? Да. Такая мне больше нравится. Конечно же, разжижение крови – это одна из сторон воздействия синтезита на организм. Синтезит действует на саму суть жизни, на кровотворную гемопоэтическую систему, что позволяет организму восстановить запас стволовых клеток и увеличить их количество. Под этим видео я оставлю ссылку на наш сайт. Там перечислены все основные эффекты синтезита, которые были замечены на сегодняшний день. Их насчитано более 30. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал. До свидания. Исследования Федерального мини-медицинской приматологии обнаружили увеличение количества стволовых клеток примерно в 2,5 раза у лабораторных мышей, получавших синтезит, что является прорывом в медицине и геронтологии. Помогая организму восстановить выработку новых стволовых клеток, синтезит естественным образом помогает заменить устаревшие клетки кожи, органов и тканей. Происходит формирование новых клеток иммунитета и кровеносной системы. Восстанавливается нормальная работа внутренних органов. Революционная технология синтезит оказывает феноменальное положительное воздействие на все органы и ткани без побочных эффектов. Принимая синтезит, вы помогаете своему организму восстановить природный потенциал, стать здоровей, красивей, снизить свой биологический возраст, повернуть время вспять.